Так, ну все, теперь-то Андрюша Шишадрыша получит. Я взял много динамита и лопату. Сейчас я все сделаю, все будет нормально, все будет чики-пуки. Андрюша! Андрюша, Ой, господи, капец вы! Тихо! У меня есть для вас секретное видео. Чтобы его получить, подпишитесь на мою группу ВКонтакте и напишите в сообщение группы «Бот, дай видео», и вы получите его секретный видосик. Что в этом секретном видосике, я лучше промолчу. Лучше просто промолчу, реально. Сами попробуйте, пишите в группу, подписывайтесь. Погнали дальше смотреть ролик. Ах да, ссылка на группу будет в описании под этим видео. Кто там Андрюша! Что за пресс так и будет? Это я тебя бужу, Андрюша, ну-ка давай выходи, выходи. Ой, господи, да что такое страшное-то? Чего страшного-то? Я просто не умылся сегодня, что тебе... Чего сразу страшный-то? Капец, ты просто... Надо, когда приходишь к Андрюше, когда приходишь в гости, ты должен умыть его... Ладно, я в следующий раз буду умытым. Андрюша, пошли, а ну за мной. У меня есть к тебе дело срочное, давай. Так, стопы, Андрюша, что стопы? Сейчас не протянется приказом, таки. Что вам таки от меня нужно, соседушка моя родной? Андрюша, Пышенька, пойдемте, пожалуйста, ко мне домой. Нужно есть одно дельце. Пошлите, пожалуйста. О, так это... А там покушать будет бесплатно, таки. Да фиг тебе, Андрюша. Да, будет, Андрюша. Итак, Андрюша Шишапышенька, у меня есть к тебе одно дельце. Ну, так и какое? Ты мой дом разрушил, ты его и чини. Пойдем за мной, я тебе все расскажу, покажу, что кого вообще. Давай, проходи. Да в смысле? Тетя, Андрюша Шишапыша! Я тебя отмуту! Так, спокуха, Андрюша! Спокуха, давай! Завязывай, Шишапыша! Да блин, у меня попа горит! Ты что делаешь со мной? Это было так просто! Построил он тут мне ловушку! Тук-тук-тук-тук-тук! Ты что, дурак, что ли? Проходи! Нет, я таки Андрюша Шишапыша уже один раз попался в эту ловушку, больше он не попадется. Ну ладно, проходи тогда так, Андрюш. Ладно, все, я поставил, давай, проходи. Причем эта ловушка была моя, под каким образом ты попал на мне? Да, что говоришь? Не слышу тебя, Андрюш, короче. Ты мой дом сжег, смотри-ка, что, ты дом сжег мой, ты давай все и заделывай. Ладно, а кто без этого таки будет? А я тебе $1 миллион заплачу. 1 миллион долларов? Ага. Реально? Реально. Реально. Да я тебе говорю, я тебе обещаю, Андрюш, что ты? Ты мне ничего не заплатишь, да? Да заплачу. Да я тебе бесплатно заплачу. Я не знаю таки, что это значит, но Андрюша Шишапыша готов за нас за такие этой аферой. А я тоже не знаю, Андрюша, я вообще ничего не понял. В общем, заделывай все пока здесь, а я пойду на заднем дворике, там тоже все плохо, я пойду. Смотри, Андрюша, баранина пришла. Ты только ее на шашлык не используй. Это мне баранина? Да, это тебе, вон еще, смотри. Вот она. Ты че, баранина моя. Андрюш, ты чё, у тебя аппетит, что ли, разыгрался? Еще как разыгрался, сейчас я его разыграю. Так, всё, Андрей, иди давай заделывай, потом скушаешь баранину, это после постройки, давай, шуруй. Ой, ты баранина моя! Да ты дурак, что ли, сам ты баранина, иди уже делай, Андрюш. Эх, а с чего мне начать, скажи ты мне... Да я не знаю, вон с пола начни, иди там, все, давай, Андрюш, я побежал. Ёски-матрёски, ёлки-иголки, ложки-лягушки. Ладно, Андрюша Шишапыша так и занимётся этой аферой. Отлично. Все, побежал-ка я в свой проходик. Уже немножечко я его подготовил. Ломаю здесь блок. Та-дам. Ну что, Андрюша Шишадрыша, вторая попытка будет 100% удачная. Я в этом прям на 199% уверен. Ага, мне нужно освещение. Оно у меня есть, поэтому все. Ставлю-ка я здесь. А-ха-ха-ха. Так, сколько мне осталось копать? Я надеюсь, что у меня пока все... О, все пока четко. Стоп. Я что, уже вышел за ограждение? Че, серьезно, что ли?
Переборщил, переборщил, спускаюсь вниз, заделаю здесь все и иду обратно. Ну, я думаю, что вот на этом будет уровень О-Кейси. Ну что, погнали вот в эту сторону немножечко, потом еще чуть-чуть обратно. И еще, я думаю, сделаю где-то. Наверное, вот здесь. Да, я думаю, будет четко. Так, я думаю, что нужно периодически вылезать и смотреть, где я нахожусь. Опа! Я нахожусь прямо под домом. Отлично. Пока все идет по плану. Я надеюсь, что Андрюша Шишадрыша там все с ним в порядке. Он там строит мой дом. Ух ты. Куда я выбрался? Давай, давай. Все заложим в этот раз. Я сейчас не должен повторять свои ошибки. Это 100%. Давай. Все закладываем здесь под домишком. Даже можно, наверное, больше заложить. Опа. Опа, здесь газон. Ага. Так, ну я прям до конца тогда докопаю. Во, все, отлично. Здесь заделаю, значит, блоками. Я готов это делать. Еще один буквально проходик. А, нет, можно еще один вот здесь сделать. Чтобы был взрыв просто мощнейший. Чтобы так подорвало. И все. Чуть-чуть-чуть в подсобку вырвался. Ага. Зарываемся обратно и копаем вот здесь. Я надеюсь, Андрюша Шишадрыша уже не исправляет мою ловушку, как обычно. Я надеюсь, все получится. Все будет четко. Ну все, остается допилить последний проход, и все готово. Можно закладывать тинтишку. Опа, снова подсобка Андрюшина. Да пофигу на эту подсобку, я ее здесь всю заложу. Да, Андрюша Шишадрыша? Жаль, он меня сейчас не слышит. Ладно, все, закладываю тинтишкой. Ну, сейчас-то будет просто мощнейше. Просто мощный, сочный взрыв, Вальтя. Да, один проход не сделал в одну сторону. Ну, да ладно, я думаю, это пофигу. Я думаю, и так все зацепит, все взорвется, все будет прям чики-пуки, чикиндрюки. Я, самое главное, что я надеюсь, что мне динамита хватит. А то что-то у меня один стак с половиной уже остался. Так, все, остается последний стак. Но, может быть, его экономнее как-то раскладывать хотя бы в один слой, а? Потому что, блин, у меня сейчас не хватит динамита, это будет обидно. Должен взлететь на воздух абсолютно весь дом. Я прям надеюсь на это, я прям рассчитываю на это. Так, 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 здесь все закладываем. И, блин, 8, 9, 6, 4, 3, 2, 1. Блин, чуть-чуть не хватило. Но я думаю, все будет нормально. Осталось придумать, где поставить рычаг. Так, 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 сейчас нужно потихо взять. Редстоун, редстоун, есть. Все, стоп. Стоп, тут еще динамит, что ли, есть? Нифига себе. Так, 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 Андрюш, там делает. Чё-то? Надеюсь, он меня не спалил. Отлично, все, забегаю, забегаю, забегаю обратно, обратно. Теперь я расставлю еще тинтишку. Где-то вот здесь расставлю тинтишку. И все, остается провести редстоун. Это самое главное и самое важное. Ну все, полез я куда-нибудь. Я, в принципе, придумал, куда его можно запихнуть. И это будет реально гениально. Так, я пойду вслед за динамитом, так сказать, вот здесь. По моим расчетам, я должен прийти прям ровно-ровно кое-какому месту. Я надеюсь, что все получится. Так, так, еще немножечко. Еще немножко. И сейчас получается, что сюда. Освещение. Должно все получиться. Должно все получиться. Ну, сейчас, 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 где-то это здесь. Опа! Да, практически ровно я к нему пришел. Отлично, копаю вот здесь. Блин, это будет просто шикарно. Это будет фееричный взрыв. Если Андрюша Шишадрыша... Ай, блин, блин, кто мне поможет, я застрял. Черт возьми. Выжил, выжил, отлично, все нормально, Андрюшу звать не придется. Так, 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 где у нас тинтишка? А вот у нас тинтишка. И да, я тинтишку не буду больше вести, я поведу редстоун. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И остается совсем чуть-чуть, ну же. Давай подключаем вот сюда. Осталось разрубить здесь редстоун, поставить вот сюда рычаг и проверить, работает, не работает. Нужно думать. Конечно, конечно. Все, я уже придумал. Все, как говорится, чики-пуки. Ага. Теперь разрываем здесь все остальное. Проводим редстоун куда-нибудь туда дальше. И редстоун готов. Главное сейчас не подсоединить его подключенным. Иначе все взорвется раньше времени. Мне этого не надо.
избавляюсь просто от всего лишнего. Все готово. Вот он, заветный рычажочек, который просто взорвет это, думаете? Все, я пошел, надеюсь, что он мне дом немножечко починил, хоть чуть-чуть. Неужели в этот раз получилось развести Андрюшу Шишу? Ага, понятно. Застроил он мне. Ё-моё, ё-моё. Застроил. Лучше бы вообще ничего не трогал. Ё-моё, так аккуратно. Кто тут там была кричит, ловушка. Я не понял. О, здорово, Ёзик, ты... Сейчас в ловушку попадёшься! А, нет, ладно, ты шучу, шучу, вон, нет уже ловушки, ты, видимо... я пуганный. Ты ее, видимо, задел уже. Короче, Андрюш, что-то ты, в общем, фигово задел. Ну и бред. Тебе что-то так и не нравится. А это что такое? Я тебе смотрел, ты переходить. Это... Это точка G. Ты что, дурак, что ли? Что ты тут понаставил вообще? Короче... Это по фэн-шую такие, Андрюш, Заядлый функционист. Слушай меня, слушай меня. У тебя что, ты же любишь, как я помню, волшебные рычаги? Андрюша же ЦПС так и любит волшебные рычаги, очень любит. Ура, ура, Андрюша, пойдем, у меня есть для тебя волшебный рычаг, пошли за мной. Волшебный рычаг для Андрюша ЦПС, Андрюша ЦПС в восторге, ура! Сейчас ты просто офигеешь, он просто делает магию, нереальную магию, Андрюш, ты готов? Да, Андрюш, готовься, ты чё? Давай, сейчас, смотри, нужно сделать ритуал. Да хватит, Андрюша, фу, блин. Присядь 3 раза на shift, нажми рычаг и сядь на shift. И смотри вдаль. Ну типа 3 раза присел, что дальше надо? Все, нажимай. Ой-ой-ой, волшебный рычаг, опа-да. Все, смотри, присядь и смотри вдаль, смотри вдаль. Я смотрю вдаль. Вот оно чё, Андрюша, твоему дому кранты, чувак! Yes! Получил, Андрюша, шиша-пыша. Это чё? В смысле, это чё, сон был, что ли? О, нет!